Так, всем привет, с вами Спок, и сегодня будем проходить дальше Снайпер Элит 2, миссия Оперплац. Так, что начнем? Так, что есть? Патронов не очень много. Ну, на Томпсоне, в принципе, для Снайпера Элиты это много. Так, мы увидим врага, сейчас мог промобить его. Сейчас. Скажу, конечно, по-тихому, но... Блин. Ой, хотел двоих сразу. А, ну да, как раз один пулей убил. Что я вообще кашу. О, успел я выстрелить. Так. Ой-ой-ой, укрытие. Знаю, пробую с автомата. Не слишком большой прицел в игре, чтобы нормально стрелять. Все-таки он катахом. Так, куда надо идти? Так, так, насколько у меня тут сейчас скрипт какой-нибудь будет. Вау, 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 вау. Что сейчас было? Здесь, честно, я не пойму, откуда тут. Здесь сейчас... Во-во-во. Как же это я не люблю. Все прятки. Чуть-чуть то, что никого здесь так убить я не смогу. И меня, скорее всего, сейчас убьют, потому что я уже неправильно использовался. О! Более да. Факс, давай быстрее, перезаряжайся! Блин. Так, ну патрон даже смысла брать нет, но их равно мало. Ну ладно. У меня, в принципе, пистолет был мне поменять, а то у меня он слишком ужасный. Оу. Да, не повезло. Ничего, бывает. Так, а что? Ух ты, блин. Крутой сейф у меня, конечно. Получился. Так, сейчас это убьем. Не знаю, есть ли там кто-нибудь еще. Ой-ой-ой, кажется, есть. Ну ладно. Так, что сегодня недобро сделали гранаты. Так. На них надо переключаться еще. А, блин, все, я понял. Я жду и стравил и немцев, и русских, и всех. Все понятно. Давай. Поэтому у меня теперь всех любят. Вау, 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 вау. Береги, беги, беги, беги. Конечно, это тактика из. Как же называется? А. Splinter Cell Conviction здесь вообще не работает. Ну, я имею в виду про вот это. То, что враги как бы запоминают, они на самом деле вообще в игре никак не используются. Хотя, казалось бы, должны. В игре как бы есть даже стелс какой-никакой. Кстати, вот стелс в игре плохой. Странно. Какой же здесь ужасный пулемет! А еще и подвинуться не могу. То есть статья тоже не могу, да? Спробую еще что-то накинуть, но... Ой, ё-моё, мне... Ух ты, дабл килл. Так, так, там вроде остался еще. Так, вроде... Блин, застрял в стене, как всегда. Так, вроде нет. Фак, фак. Куда, откуда, откуда? Сколько я ему всадил? Блин, я потом так. Фак, я потом закончил, ничего не делал. Садись быстрее! Блин. Дебильный. Блин.
Так, я не буду сразу дать выйти, потому что смысла нету никакого. А, так. Даже не знаю, что мне делать. Нужно обезопасить площадь. Я... О, блин, у меня патронов-то мало. Все хорошо. Так, ранил. Так, сейчас присядем. Прикольно, так обернулся. Я никак не могу пройти дурацкий отрезок. Дебильная, блин, задать, как я могу хочу способствовать, если я один против. Хрен, ну тут еще не пойму, как. Я сегодня не могу никак зайти. А здесь я тоже где-то видел врагов. Я когда они сюда прибежали. А, то есть он дверь, да? Ой-ой-ой, меня сюда не видно. Так, у меня убил снайпер, который... Ух ты, после нифига себе хедшот сделал. Хм. Блин. Как мне их убивать? Ладно, сейчас просто машину встать, возможно, получится так. Как-нибудь. Сначала убиваем. Какого чертова укрытия они там вылезли? Так, может мне в окно посмотреть? А, так, а я не могу там где пойти, знаете? Нет, не какой-нибудь вход, не знаю. Блин, здесь проход был. Вот я дурака. Там до меня лучше присесть. Так, тут баллон, понятно, конечно, мы приснял только. Так, если они. Если они были. Вот там, не знаю, на второй может подняться. Что такое кривой этот? Топ. Блин, чем я тем мост? Мне так на винтовку патронов просто фига. Не бесконечно. Ладно, правда, надо кинуть. Тут там он не один. Да. Так, где он, куда он делся? Кто-то убежал. Так, о, кстати, здесь реально неплохое окно такое. Хм. Так, как мне... так, где этот снайпер? На вылет. Так далеко стоят.
Да, еще у меня тут враги. Ну я дурак, а я же дурак. Чего я сразу? Не, ну если бы, конечно, не спрятался. Ладно. Только не знаю, как надо забежать. Не знаю, наверное, на 30 смысла там нет подниматься. Хотя он... На ком-то же был так. Пистолет у меня очень плохой. О, он совсем плохой пистолет. Так. Ё-моё. С какого я выстрелил? Ух ты, блин. Ух ты, блин. Сейчас бежи сюда. Если честно, бесит то, что они прям так вот бегут. Ко мне напролом. Так, я не... Это вот кто был? Тот чувак, который меня сзади зашел убил или нет? Будем надеяться, что это он был, потому что это обидно. Так, прицелимся. Так, этого здесь нету. Сначала убьем. На вылет. Так, он побежал, он побежал. Что бежишь? Фак. Ну, по ногам тоже. О, да. Где ты сел, спускай? О, я косой, просто напрочь. Я все это купил. Кто привык как стрелять теперь здесь вообще не могу. Где вот? Вообще ориентироваться не могу. Ну надо же! Третий раз это попасть. Чик. Так криво. О, я думаю, я попал. Да. Я крут, конечно. Так, обидно. Чё-то... Ух ты! Блин! Вот как? Зачем он-то пришел? Короче, придется. А, ух ты, здесь чекпоинт был. Короче, наверное, придется мне нижний этаж тоже обходить, потому что, если честно, мне это надоело. А на нижнем этаже, кстати, ничего нет. Так, вы... Сейчас бежим наверх. То есть там, написал, никого не было. Здесь, смотрим. А здесь комната. Надо обойти все этажи, посмотреть, вдруг там что-то было, я пропустил. Так, здесь тоже никого нету. Я даже не знаю. Короче, я здесь, наверное, засяду. Да, немного поосторожнее. Так, вот там же вижу, сразу буду стрелять. Куда ты улетела? Топор лишь. Хотя здесь плохое место. Да, надо еще. Это не из дома, что стреляет, я не понял. Так, это я не понял. Гранатку откидает, непонятно, зачем. Я так криво или пульмет криво, я не знаю. А все виноват, винтовка не.
А, кстати, винтовки вот в всей игре акционно одинаковые. Мощные, не мощные, блин. Все они. Блин. Так, здесь кстати, никого нету, то мало. Сюда. Не, по-моему, я им косле, я так скорость им добавляю. Ух ты, сейчас дабл килл. Да. Не, мы все еще здание выходит. Я еще ничего здесь не вижу. Здание уже там. Так, наверное, мне сейчас надо переходить на другой этаж, чтобы не съел что-то никого. Точнее, не на этаж, а в другую комнату. На тебе. Спим, ну. Хотя хотел голову. Так, ага, бежит, бежит, бежит. Здесь я вообще не умею, когда они бегут стрелять. Потому что я даже с такой штукой попасть не могу. Вот что это за тактика, не пойму. Бежать, бежать. Ну ладно, сойдет. И еще один даже. Ах ты. А, блин. Ой, блин. Вот. Я не знаю, у меня больше нет слов. Кошмар какой-то. Зашел в зал. Ладно, чуть я вообще, конечно, зацепил, на мой взгляд. Надо было просто растяжку поставить, да и все. Так думаю. Я думаю, будет намного проще. Если у меня есть. Просто растяжка. Поставьте его здесь. Рядом. То есть, вообще я в игре не использовал, только когда в начале в туториале. А, еще у меня есть фугас, я не помню. Он что для техники. Нет. Ну ладно, фиг с ним. Я думаю, растяжки хватит. Потому что если они пойдут. Здесь надо быстренько всех убить. А то я что-то уже эту миссию долго-долго записываю, не могу записать. Ладно, возьмем сразу дальнюю цель. Очень дальнюю, ох. А, даже очень дальнюю цель я взял. Ты что тут такая винтовка кошмарная? Все они, кажется, одинаковые. Ну куда ты? Другой сяду окно еще есть. Нет, не беги ты никуда, дай мне ты убить. Опять, да что-то я странно я стреляю. Так, это сейчас вернуться. Так что не надо поворачивать, когда я стреляю. Вот. Ух ты, как я прям. Точно. Так. А, вот. Блин, там же красная. Траектория пули, блин, появилась. Можно попасть. О. Сейчас, если честно, я вообще слепу сниму. Но не так. Так, в окна. Тоже нет. Через мысли отлично.
Да, в кустах он пытался спрятаться. Меня не спрячется, так. Как он же меня опять стреляет, а? Да что вы такие? Никого не понял. Так, значит, растяжка. Ну так, сработало, да? Хорошо. На тебе так. На тебе в спину. Оп, в сердце. Отлично. Есть, я выполнил. Блин. Слава богу, а, наконец. А, так, а где у нас есть выход? Укрытие тут, я тебе выйти. Главное, сейчас ни на кого не напороться. Фак, да где ты, знаешь? Ой, ё-моё. Так. Кто-то придумал это из тумана, это... Он некрасивый выглядит, нифига, он не думал. Прячься. Не, ну и как это называется? Так, ладно. То есть, если он там сидел... Я сам тут не могу взять. Что, я застреваюсь? Мне Томпсона дали, чем это. Ну и где-то снайпер гони. Фак. Не, надо, чтобы тот вылез, потому что он меня лучше всего видит. Этого я как-нибудь убью. Так, вот это я нашел уже. Я ничего не пойму, не попал, не пойму, как так можно. Так, не надо это. Это вот, кто придумал его поставить? А, я тут добегу. Хотя не добегу. Так, а он там все не за колонной. Так, тоже на вылет, вот сюда. Надеюсь, здесь не будет врагов-то много. Это здесь чекпоинт, это уже... Зачем ты должна говорить мне?
Да. Ты ё... Короче, ужасно. Игра. Нереально. Ладно, там сейчас сразу буду направо. То есть я здесь должен бежать или вообще я не понимаю как? Чё я бесит, что они сюда бежут? Бегут ко мне сразу, то есть им вообще. Или от меня бегут. Короче, они сюда бегут куда-то и... Блин. Наглость, конечно, поражает. Еще мне поражает то, что у меня осталось 7 патронов. Блин, нахрен у меня граната. Блин, хотя может мне взять надо было МП-40. Да, у него 4 патрона. Очень хорошо, конечно. Ладно, все-таки лучше 7 патронов, чем 4. Там есть никакой. Нет, все. Бежим, бежим, бежим. Так, что за ящик? Опять растяжку мне дали. Так, ну кого-то убить, наверное, здесь, по-моему, было. Пастун. Ох, пастун. А, ну то есть они тут шли, не слышали выстрелов тогда. Ну, прикольно. Нафига он мне нужен? Нет, ты не посмеешь сделать. Ух, как я ему челюсть отделил. Здрасте. Да-да, чувак, не смотри на него. У него нет челюсти. Так, а вот что здесь? Ух ты, как он крут. Так. Раз хэдшот. Такой кривой. Неплохо. Ну чё вообще тут стало? Заметил. Есть пистолку подлежу, где очков давали. И что? Кто-то не понадобит. А, вон он. Нет. Да и как он его убил, Тимох? Ох, что убит. Так, чё ещё мучают? Смейте уже раму. Быстрее, быстрее.
Ничего себе, сколько. Наш улетел. Быстрее, быстрее. Ух ты! Кто додумался там поставить так хорошо? Так, кстати, куда он бежит, интересно? А. Ну что, здесь тоже все. Можем с ним встретиться. Там в люкс пули будут. Дорогу пукать. Новая сдача канала. Опять мы с позиции. Никто меня тут не знает. А, ну я шахта кривой, то есть спасть никого не могу. Еще что-то меня персонаж подошел. Да быстрее ползи. Ну как вот я... Встретиться со Швайнгером. Ну хорошо, встретимся. За дебильное место теперь держать позицию, отлично. Только только что оттуда пришел, теперь удержать надо. Ну отлично. Что ты стоишь? Ну я вот встал. Кого должен держать? Давайте здесь на шапке ушанки. Дебильное место, все открытое. Кто это придумал? Место.
Так, еще я в здание видел, зашли. Уже нету. Так, а как же мне бензобак-то установить? Чем дело у него? И прям сквозь кусты. И в сердце. Ну я прям профессиональный. Его, да. Влезай давай. Короче, я в шапку попал, это уже хорошо. А, ну и... Сейчас меня тоже даже зажать стало. Ну ж, по ним меня попадали, потому что я вообще не пойму, где я. В общем, я в звезду, наверное, попал. Хм, так бы что, еще никого нет. Где это дебильная анимация? Почему она не выскакивает? Точнее, анимация должна сказать, а bullet time. Ну ладно. Нет, ну это издевательство, то есть я защищал, то есть я мучился, умирал несколько раз, и тут получается, что он сдох. Нет, ну это издевательство. В общем, все, миссия завершена. Ждите следующего ролика. Подписывайтесь на канал. Всем пока, с вами был Спок. До свидания.